Всем привет! Это блог спорта «День за днем» о футболе, и я Тимур Валеев. Поговорим сегодня о «Спартаке», который вылетел из Лиги чемпионов и, к сожалению, пока что производит больше негатива, чем какого-либо позитива. Вперед! Почему «Спартак» вообще вылетел из Лиги чемпионов? Руй Витория прекрасно ответил на этот вопрос. «Спартак» банально уступает «Бенфике» по составу. И это камень в огород Леонида Федуна, потому что именно он допустил войну между Заремой и Поповым. И вместо того, чтобы коллективно усиливать состав, искать качественных новичков, «Спартак» просто тратил силы и время на то, чтобы воевать сам с собой. В итоге победителей между Поповым и Заремой найти не удалось. А главный пострадавший — это «Спартак», который по сути начал выступление в квалификации Лиги чемпионов без усиления. И Руй Витория наверняка ожидал, что какие-то хоть новички придут до того, как ему придется играть с «Бенфикой», но его ожидания не оправдались. И тут возникла другая проблема. Руй Витория, как только пришел в «Спартак», сразу же все поменял, практически отказался от всего того, что был у Доменика Тедеско, то, что работало и плюс-минус давало результат. Он начал переводить команду на игру в 4 защитника, что до этого пытался сделать Тедеско и безуспешно. Он зимой тратил на это много времени, но первые же два матча, которые закончились поражениями, дали ему понять, что эксперимент не найдет успеха и нужно как можно скорее возвращаться к тому, что работало до этого. К сожалению, Руй Витория этим опытом предшественника не воспользовался, и в этом я вижу уже большую проблему «Спартака». Я заклинал, чтобы, когда появилась информация о том, что Доменико Тедеско покидает «Спартак», я заклинал, чтобы «Спартак» нашел тренера, который продолжит работать в направлении, которое задал Тедеско, потому что он проделал хорошую работу, которую, как минимум, очень обидно выбрасывать на свалку и никак ею не воспользоваться и не развивать. Вместо этого все-таки Руй Витория отказался от того, что делал предыдущий специалист. Ну, это особенность португальской школы. У них есть такая специфика. Они считают, что они, видимо, ну, чуть лучше знают футбол, а поэтому не тратят время на то, чтобы там пообщаться со своим предшественником, на то, чтобы как-то проанализировать работу предыдущего тренера, и делают то, как они считают нужным. Но отчасти это была проблема. Я предлагал «Спартаку» Флориана Кофельда из «Вердера». Это, конечно, тренер без титулов, а в России это уже приговор. Но я считаю, что он смог бы продолжить ту работу, которую проделал Тедеско. Отличным вариантом мог бы стать для «Спартака» Роберто де Дзерби. Но я так понимаю, что заманить его в «Спартак» не представлялось вообще никакой возможности. Плюс-минус, как бы, Руй Витория тоже мог продолжить ту работу, которую начал Тедеско, но делаем скидку на то, что он выпускник португальской школы футбола, и им свойственно менять все то, что как бы было до этого, если они не считают, что это было правильно и будет давать результат в будущем. Но Леонид Федун мог направить тренера в нужном русле, если бы видел в этом необходимость. К сожалению, Федун очень многое в «Спартаке» пускает на самотек, и я считаю, что именно когда в «Спартаке» работал Тедеско, была отличная возможность выработать философию клубную, выработать определенные принципы, по которым будет строиться команда в дальнейшем. Я не согласен с тем, что вот эти вот принципы должен закладывать исключительно тренер. На базовой основе это должен закладывать именно владелец. Посмотрите на «Краснодар» в качестве примера, где Сергей Галицкий реально требует от тренеров ставить команде красивый и зрелищный футбол, который будет не только давать результат, но еще и приводить каких-то дополнительных болельщиков. Но «Спартак» упустил время, выбросил всю ту работу, которую проделал Доменико Тедеско, и сейчас оказался там, ну, собственно, где он есть. То есть практически ни с чем, я бы сказал. Но я сейчас просто болельщики «Спартака» хотят, чтобы полетели головы. Я не считаю, что
того же Роя Виторио нужно как можно скорее отправлять в отставку. Да, начало сезона завалено. Это как бы не обсуждается. 4 поражения в 5 матчах. Это, очевидно, провал. Но далеко не факт, что весь сезон закончится именно так. Потому что Руи Витори, ну и опять-таки португальская школа футбола, это не пустой звук. И вполне возможно, что в перспективе Спартак станет даже сильнее, пройдя через эти определенные трудности. Тут вопрос изначально, и то, что я говорил до этого, тут вопрос приоритетов. Как по мне, нужно было сделать максимум того, чтобы Спартак пробился таки в групповой этап Лиги Чемпионов. Ну окей, этого не сделано, то, что прошло, уже прошло. Теперь нужно двигаться дальше, и я допускаю, что сейчас лучшее, что можно сделать в Спартаке, это не принимать поспешных решений. В Спартаке вообще самая главная проблема – это слишком поспешные решения. И оставить сейчас Руи Виторио, дать ему спокойно работать, как по мне, это лучшая возможность. Кстати говоря, Спартак, в принципе-то, не упустил возможность выработать философию. Этим можно заниматься в целом в любой момент, то есть начать процесс. Потому что с философией будет более понятно дальнейшее развитие в клубе. И вот именно этого сейчас Спартаку очень не хватает. Но для этого нужен грамотный управленец. И Спартак уже несколько раз погорел на том, кого он приглашал спортивным или генеральным директором. И тот же самый лично Леонид Федун допускал просчеты на этот счет. И я допускаю на самом деле, что Спартак мог бы отдать все эти процессы на откуп той же Заремии, может быть, ее хорошему другу, итальянскому агенту Франко Камоцци. Потому что все они очень много сейчас говорят о том, что, дескать, все вокруг делают все неправильно, а они-то понимают, как все процессы обстоят. Вполне возможно, что это действительно так. У них не было возможности проявить себя в деле, но так давайте попробуем, дадим им шанс, и вполне возможно, ну, особенно учитывая, что как много шума создает та же Зарема, вполне возможно, что именно этот путь станет для Спартака максимально успешным. Лично я ничего против Спартака не имею. Конечно, мне было забавно слышать, как буквально прошлым летом Леонид Федун жаловался на то, что «Зенит» постоянно обыгрывает их, и утверждал, что с таким, что в Лиге Чемпионов «Зениту» просто будет нечего ловить. Ну, окей, пусть он оказался прав, но что мы видим через год? Федун, кстати, говорил, что, дескать, если бы Спартак судили так, как судят некоторых, ну, он имел в виду Зенит, то Спартак бы тоже побеждал. Ну, в первом матче с Бенфикой ворота Спартака не назначили 3 пенальти. Это, как по мне, более чем лояльное судейство, которого порой даже и нет и у Зенита. И получается, что даже в этих условиях Спартак не смог добиться ничего. То есть это 0-4 общий счет с Бенфикой. И выясняется, что все слова Леонида Федуна оказались просто пустышкой. Ну, впрочем, такое часто случается. Но это не отменяет того, что я хочу, чтобы у нас в России были сильные клубы. В первую очередь в Еврокубках мы все, без исключения российские клубы, добивались успеха. И прямо сейчас для всех нас плохо, что в «Спартаке» никак не могут наладиться процессы. Я лично очень хотел бы, чтобы «Спартак» стал сильнее. Для этого нужно выработать философию, чтобы грамотные люди работали в клубе и определяли эту философию. И самое главное, чтобы Леониду Федуну было не все равно на свою команду. И я лично очень надеюсь, что в будущем мы все-таки сможем все это увидеть. Я, вы и мы вместе с вами. Это был блог «Спорт один за днем». Я Тимур Валеев. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Пока.